Такая санитарная чистка нашему городу не нужна. С таким заявлением в редакцию обратились жители Ноябрьска, которые стали свидетелями того, как рабочие в самом центре города, вокруг памятника ликвидаторам Чернобыльской аварии, срубали ветви деревьев. Причем, уверяют люди, никому эти ветки не мешали, ни прохожим, идущим по тротуару, ни машинам, проезжающим по дороге. Меня удивило следующее, что срубывали ветки толщиной с мою руку. Ветки очень длинные, большие ветки. Вот. На мой вопрос, а зачем вы это делаете? Мне ответили рабочие, что им приказано срубывать, спиливать все ветки высотой до 1,5 метра. То есть снизу дерева и до 1,5 метра все, что есть, любые ветки им спиливать. Это называется санитарная чистка территории. Увидев, что производится здесь вырубка, и пообщавшись с рабочими, я обратился в отдел экологии администрации, где мне было сказано о том, что вот то, что творится, было разрешено отделом архитектуры города Ноябрьска. За эти 10 лет, которые, значит, стоит это здание, я здесь работаю, я не наблюдал ни разу, чтобы здесь было высажено хоть одно дерево. Ни одного дерева не было высажено, только срубывается, срезается, то одно деревце, то другое, то со снегом, то без снега. Сколько это будет длиться? Чего добиваемся мы? Чтобы у нас все одни стоянки автомобилей были? Или мусор вот такой был? Жалко, и вы знаете, и горько на это все.